В Видновской детской поликлинике развернут оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Здесь располагается помещение, в котором бригады собираются на выезды к тем жителям муниципалитета, кто состоял в контакте с больными COVID-19 и тем, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран. Медики оснащены всем необходимым и экипированы по всем правилам. Все закуплено, и костюмы, и респираторы, и все необходимые расходные материалы для забора мазков. Наши фельдшера получают все, что необходимо сегодня для наблюдения контактных. Сегодня перед выездом члены медицинских бригад присоединились к флешмобу, который идет по всему миру. «Мы работаем ради вас. Оставайтесь дома ради нас. Мы сами к вам приедем». Стоит прислушаться к этому призыву всем, а особенно тем, кто пока не воспринимает серьезность ситуации. Здесь же, в детской поликлинике, в нескольких кабинетах сотрудники муниципального здравоохранения принимают звонки от жителей округа по единому номеру 8-495-541-40-01. Это один из 9 колл-центров, которые сегодня работают на территории Ленинского городского округа. В общей сложности ежедневно более 1500 обращений обрабатывают его специалисты. Колл-центры работают с 8 до 20 часов без выходных. Ни один обратившийся не останется без помощи, обещают медики. Отдельный список составляется на тех, кто имел контакты с больными COVID-19 или приехал из-за рубежа. Вот здесь у нас организован тоже, так скажем, колл-центр. Сидит оператор этого колл-центра, который все вносит в систему ЕМИАС, оформляет их в системе ЕМИАС, и все данные вносятся в систему программы. Потом этот же оператор начинает обзванивать также этих наших пациентов, узнавать их и самочувствие, что их беспокоит, какие у них жалобы. В случае, если у контактных с коронавирусными больными появились жалобы, к ним выезжает бригада, чтобы взять мазки на COVID-19. Если же у людей нет жалоб, то на 10-й день после прилета из-за рубежа или последнего контакта с больным у них в любом случае возьмут анализы на данный вирус. Также в штабе есть центр, в котором обрабатываются все данные по людям, прибывшим из зарубежных поездок. Информацию предоставляет Роспотребнадзор. Именно его сотрудники занимаются регистрацией таких пассажиров в аэропортах. Эпидемиологическая служба больницы ежедневно собирает анамнез эпидемиологический всех контактных. Обрабатывается каждый человек, фиксируется в течение 14 дней состояние контактного и происходит отбор лабораторного материала. На сегодняшний день в Ленинском городском округе выявлено 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 2 человека уже выписаны и 6 находятся на лечении в домашних условиях. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.